Мы привезли бойцам Донецкой Народной Республики гуманитарную помощь от общественно-политического движения «Новороссия» и Павла Юрьевича Губарева. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Спасибо большое за гуманитарную помощь. Она очень кстати. И малая стран перевезет, шагая с винтовкой в руке. Но не было большей печали, чем жить от тебя вдалеке. Мало я дум передумал с друзьями в далеком краю. Но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Спасибо большое, что помогаете детям нашим, что не оставляете. Дай Бог вам всем здоровья. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду. Но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой. Принимаем. С твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. Ага, спасибо большое. Хорошо, раздадим. Обязательно, и сами почитаем и раздадим. Спасибо, хлопцы. Присутствуем при разгрузке гуманитарной помощи от общественно-политического движения «Новороссия» и Павла Юрьевича Губарева на блокпосту города Харцизска.